Скажите, пожалуйста, что вам известно о событиях 19.01.2021 года? Что вы можете пояснить суду? 19.01 на крещение я созвонился со своим товарищем Болтянским Александром Михайловичем, и он меня пригласил в офис отметить праздник. Когда я туда приехал, там сидела уже Голубецкая, жена Александра Павловича. Они уже сидели выпивали, я подсоединился, выпил бокал или два, у меня еще было там на вечер назначено совещание, поэтому я как бы... Где ты сам отбивался? Это было в офисе у Болтянского, Чкалова, там 80, я адрес точно не знаю, это Сырьков. Вот. Потом Голубецкая что-то почувствовала, что ей там плохо, позвонила своему мужу, он приехал, посидели еще там минут 10, поговорили, и в связи с тем, что я живу в той стороне, недалеко от Сан Саныча, я был в машине, сел к нему машину подъехать домой. По дороге, когда мы ехали, остановили полиция, начали предъявлять, что он проехал на красный свет. Как бы, и он там отвечал, что он не проезжал на красный свет, потому что, ну, я, честно говоря, не видел, потому что, скорее всего, он несколько остановок делал перед светофорами, поэтому, как бы, навряд ли он не верил в то, что на красный свет поехал. Я так... И все, потом я вышел из машины, потому что мне надо было позвонить, перенести встречу, вызвал такси себе и уехал. Сергей, скажите, пожалуйста, употреблял ли Александр Александрович при вас спиртные напитки? Нет, он не употреблял при мне никакие спиртные напитки, потому что иначе бы я не сел к нему в машину. Да. Скажите, а в разговоре с патрульными Александр Александрович как себя вел? Он задавал вопросы, спрашивал причину остановки, очень корректно, просил пояснить, в чем причина остановки. Ему там рассказывал, я сидел сзади него, кстати говоря, вот, услышал, что они ему говорили. Он ему говорит, что я не ехал на красный свет, покажите видео, где я ехал на красный свет. Они говорят, ну, вы ехали на красный свет. Причина остановки, то, что проехал на красный свет. Пам'ятаєте, де вас зупинили? Не вас пізніше, а водія, де зупинили працівники поліції. Де це саме помер? Це було перед департаментом ЖКХ, я не знаю, так, вулиця Макарова. Макарова і, ну, на 5 угла, чуть далі. Так, ну, ви не водій, але, можливо, я маю на увазі, не за рулем були, то й не за кермом були в цей момент, але, можливо, можете згадати, чи по ходу руху транспортного засобу Жолобецького транспортний засіб працівників поліції стояв, може, десь ви його проїжджали? Не було його. Не було. Що стосовно сигналів про зупинку, вказано, що була висловлена водію зупинитися? Я не слышал, ну, я плохо слышу, видите, я, ну, на этого вообще не слышу. Не пам'ятаєте, так? Да, да, такого. Так. Значить, і пам'ятаєте, що пояснювали причину зупинки, це те, що проїхав на червоне світло світофору. Це гаїшник, ну, поліція, ну, я маю на увазі, йому... поліцейський говорив, що це була причина зупинки. Причина зупинки була проїзд на червоне світло. Так. Все, після цього ви викликали таксі і поїхали? І поїхали. Ще щось, пам'ятаєте? Я вийшов з машини, нема було часу. Дякую. А якщо прийшли, все, можете бути вільні і запрошуйте.